Парк «Гремячая грива» в Красноярске теперь будут патрулировать на велосипедах. Отдыхающих здесь много, площадь большая, а значит, случись что, к месту происшествия пешком быстро не доберешься. Вот решили полицейские пересесть на двухколесный транспорт. Все велосипеды оборудованы рациями и покрашены в серый цвет, как и служебные автомобили. «Гремячая грива» — это уже третье место в городе, где есть велопатруль. Точно такой же следит за порядком на набережной и на острове Татышев. Сотрудники будут периодически объезжать территорию экопарка, все пешеходные зоны, там, где невозможно либо пройти пешком, соответственно, чтобы, да, то есть велосипед именно это тот вид транспорта, который позволяет более оперативно среагировать на какие-либо правонарушения, совершающие в парке.